В частности, тыква содержит следующие витамины. Витамин А в форме бета-каротина, поддерживающего здоровье органа зрения, кожи и слизистых. Витамин С, аскорбиновая кислота, укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье слизистых и кожи. Витамин К, необходим для свертывания крови и здоровья костей. Витамин В9, фолиевая кислота, важен для образования клеток крови, предотвращения анемии, а также обязателен для нормального развития нервной системы плода во время беременности. Витамин И, обладающий антиоксидантными свойствами, помогает сохранять здоровье кожи и защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Также в продукте есть следующие микроэлементы. Калий регулирует водно-солевой баланс, поддерживает здоровье сердца, способствует обеспечению нормального сердечного ритма ИАД и помогает нормальной работе мышц. Магний важен для нервной системы, регулирует работу мышц и сердца, участвует в процессах синтеза белков и выработки энергии. Цинк важен для иммунной системы, помогает в заживлении ран и поддерживает здоровье кожи. Кроме того, тыква содержит бета-каротин, основной антиоксидант в моркови, который превращается в организме в витамин А. И растительные пищевые волокна, полезные для пищеварительной системы, обеспечивают оптимальную композицию бактерий в кишечнике, способствуют снижению уровня холестерина, улучшению обмена веществ. Тыква также содержит небольшое количество белка и низкий уровень жиров.